Потемкинской ничего не угрожает. Недавняя утечка воды и выпавшая двухмесячная норма осадков никак не влияет на состояние лестницы. Об этом заявил руководитель предприятия реставратора. Владимир Суханов отметил, что кран с технической водой был открыт максимум на час. Какой вред могла причинить эта вода? Да никакой. По одной простой причине. Ну, во-первых, она была конкретно локализована, та поверхность, площадь, что ли, которая была насыщена водой, не превышала 1%. Гражданские активисты не согласны с оптимизмом Владимира Суханова. По их словам, лестница гидроизолирована лишь частично. А это значит, что нагрузка, которая ранее распределялась по всей конструкции, теперь приходится на отдельные участки. В лестницу впиталось порядка 200 тонн воды. Много это или мало, должны оценивать специалисты. Последствиями этого может стать, во-первых, деформация самой лестницы, во-вторых, ослабление несущих конструкций. В то же время в сам проект реконструкции были внесены изменения. Так мозаичные плиты заменили на гранитные. Ранее предполагалось, что стоимость работ составит до 14 миллионов гривен. В то же время предприятию уже перечислено около 23 миллионов.